Друзья, подписчики, всем привет! Короче, выбрался я на рыбалочку. Взял две маховые удочки. И сейчас, друзья, вот там вот сядем, короче, будем рыбачить, пробовать. Каши я с собой не брал, потому что там уже и так каши, ну, хватает. Так что, друзья, сейчас, короче, попробуем поймать карасика в этом месте. Ну что ж, друзья, не переключайтесь, подпишитесь на канал, ставьте лайкос, пишите крутой комментарий. Ну а мы погнали. Так, друзья, ловить я буду на вот такой вот опять красный червь. Вот, это еще старый у меня. Вот такой вот красный червь. Так что, друзья, разматываем удочки и погнали. Окума 4,50, такая промоклассная удочка. Подарок от Ольги. Очень крутой. Ну, не только одна, и там вот еще вторая удочка, и там все нормально. В общем, подарка мне надарила. Спасибо еще раз тебе, Олечка. Так, ну что, друзья, надо это червя одевать. Так, надеюсь, что будет клевать. Мы сегодня мы с кашей, да тут и так каши много, полвина выкинул. Есть. Хоп. Блин, а глубину тут не измерили. Блин, зацепили. Ну, попробуем. Блин. Друзья, короче, за что-то я зацепил, и червя, короче, не стало вообще. Сейчас нацеплю и буду опять кидать. Ну вот, друзья, первую закинул. Там поплавок. Сейчас вторую закину. Друзья, вторую закину удочку вот, вон туда, под камешек. Вот. Сейчас покажу. Вон. Так что, друзья, ждем поклевочек. Вот там, друзья, рыба ходит, трется походу. Терка. Вон там, увидите. Смотрите, что там делается. Терка, походу. Ну, а мы идем. Ждем поклевочек.
Может, все-таки клюнет. Друзья, поклевочка. Вот такой вот, друзья, небольшой карасик. Ну, приятно. Но тут тоже, друзья, что-то клюет. Блин, я с собой ведро не взял. Ну, тут еще подправить. Червячок и обратно можно кидать. Погодка сегодня на вечер хорошая. Был ветер. Так. Все, закинул. Друзья, короче, ну, пошел я, иду, короче, на старое место. Там не сильно, но клюет, ну, такой вот мелкий карасик. Сейчас попробуем на старом месте. Может, будет крупнее на старом месте. Там какие-то мужики сидели. Я думал, туда сесть. Сесть. С самого начала. Ну, мужики там сидели. Рыбачили. Так что, друзья, сейчас придем, закинем, попробуем. Может, будет клевать. Там, на том старом месте. Так, друзья, перешел на новое место. Вот и поклевочка уже есть. Вот такой вот карасяндрик. Только буду, наверное, отпускать этих карасиков, они мелкие. Да и, наверное, буду ходить рыбакам этим говорить, чтобы отпускали этих карасиков мелких. Крупного еще можно, но мелкий пусть растет. Пусть много будет рыбы здесь, чтобы было потом, что ловить. Напишите, ребят, в комментариях, правильно я говорю или нет. Блин, друзья. Сразу только закинул и поклевка.
Так, не ем поклевочку. Друзья, поклевочка. А, маленькие карасики. В конце уже буду отпускать, друзья. Блин, на эту что-то клюет, что-то. О, друзья, есть, на эту клюет, на эту клюет. Это капец какой-то. Блин, эту удочку, короче, отставить. Этого надо вытянуть карасика. Да, мне кажется, я тут больше поймаю. Вот так вот, друзья, лайфхак вам четвертый. Вот так вот есть гвоздь, и чтобы удочка так не падала туда-сюда, я вот так вот. Раз, поставлю вот сюда вот. И удочка моя и не в воде, и не перекинется никуда. Так что, друзья, вот такой вот вам лайфхак. Так, это... Что-то с этой удочкой не так, надо посмотреть. На это уже клюет. Угу. Блин. Поспешим, друзья. Поспешил. Вот это надо посмотреть. Что тут за дела? Обратно ей туда. Так, ну, поставлю ее, пусть с ним это клюет. Карась скачет. Друзья, там уже клюет. Да, под вечер. Ветер уже успокаивается тихонько. Мне, друзья, самое большее нравится, когда ветер утих. Короче, ну, тихонько, в общем. Сейчас, друзья, будет клевать. Вот, друзья, есть... Не крупный, но большой. На эту что-то там клюет. Так, друзья, ну еще. Ну это вот такой вот кусочек, думаю, можно закинуть. Вот еще он клюнет. У меня такой вот кусочек маленький.
Так, поклевка. Мелкий. Ну тянет, блин, как крупняк какой. Ну, друзья, поймал я вот на вот такой вот кусочек. Сейчас еще раз закину. Может, еще раз клюнет. Вот такой маленький кусочек. Так, пусть клюет там. Друзья, клюет на эту удочку. Друзья, поклевочка. И опять на кусочек клюнул. Это капец. Смотрите, друзья, какой кусочек. Такой вот кусок. На такой вот кусок я ловлю. Ну, еще раз попробую на такой кусок. О, уже, друзья. Не успел закинуть, уже клюет. О, есть карась, Андрик. Ну что, друзья, еще, ну, блин, не знаю уже какой, который раз я ловлю на этот кусочек. Ну, уже, наверное, я не знаю, блин, уже, наверное, скоро пятый будет. Поспешим, друзья. Блин. Уже вот такой вот кусочек, опять как она там клюет. Ну, закинем еще раз.
Так, все, друзья, надо поменять червак. Есть, друзья. Надо поменять. Друзья, вот тут вот клюет уже. Так, червячок на этой удочке есть. Есть. Все, ждем. Этот вообще залез вот сюда вот. Так. Поскладывать их в кучку. Вот, друзья, тут вот тянуло. Ух, друзья, вот это хороший. О, это хороший красопед. Это хороший, друзья. Вот это красавчик. Смотрите. Вот это красавец. Смотрите, какой. Вот такой красавчик. Этот уже побольше будет, чем эти. Смотрите. Он один против всех. Так, надо. Надо, наверное, новый червак цепить. Ну, рыбалка уже нормальная. Это утром я был. Хотел видео заснять. Ну. Волна была, мужики какие-то сидели левые, а я сюда же хотел, на это место. То волна, блин, то ветер. Ветер дует, и волна получается. Еще ветер, невозможно удочку закинуть. Это уже вечер, и уже более-менее, ну как, уже прямо, ну, классно закидать удочку, и видно, поплавок хорошо. А то ж, блин, капец был. Невозможно было закидывать. Рыбачить нормально. Так, друзья, ну тут надо с глубиной. Блин, зацепил, походу, на
глубину чуть поменьше сделать. Вот так вот, раз. И здесь тоже надо нацепить червяк. Так, друзья, поклевочка. О, это хороший тоже карасик. Вот такой вот красавец. Блин, друзья, нашел бутылку, короче. Думаю, как-то ее разрезать. Без ножа, правда. Ну, сейчас что-то придумаем. Тут есть такие карасики, которые можно еще с собой забрать. Такой вот, например, уже раз, два, три, четыре. Четыре карася, короче, можно уже забрать. Таких, ну, более крупных. Крупных карасей можно забрать. Ну, опять что-то там клюет уже. Так, ну пусть себе, друзья, клюет, пойду я, наверное, зафигачу эту. Ну, для рыбы. Такое. Чтобы, вот, друзья, блин, была поклевочка. Короче, иду я за руль, сделаю и... Будем дальше рыбачить. Друзья, у меня ж есть зажигалка, ё-моё. Только надо открутить крышку, чтобы не шандарахнуло. Вот так вот. Вот, уже вырисовывается дырка. А теперь, друзья, можно вот так вот где-то, вот какая-то проволока висит. Нифига. Так, а ну. Так. Блин, ну еще чуть-чуть. Вот. О, это тоже такой солидный, хороший карась. Ну, а тут такие есть, и можно домой забрать. Маленьких отпустить, а здоровых с собой взять. Вот. Блин, а я еще не доделал эту бутылку. Вот, друзья, короче, разорвал я ее руками. И все. Намучил, так сказать. Ну, теперь можно набрать водички. И кидать сюда карасика можно. Лайфхак, друзья, вам тоже такой вот для рыбалки. Вот этих, наверное,
помельче отпустить вот сюда вот воду. Брани чуть-чуть были живы. Мы их еще выпускаешь. Не хочу им брать домой. Мне вот этих вон побольше. Ой, друзья, отпусти их-то не тогда. Так. Вот, друзья, поклевка. Вот это тоже такой неплохой карасик. А, глотнул лишь как, ё-моё. По-настоящему. Этого тоже можно с собой. Неплохой такой карасик. Так. Заряжаем. И кидаем еще. Сегодня хороший клев, только мелкий попадается. Больше мелкого, чем крупнее. Ну вот под вечер уже крупный как бы пошел. Это ж такая мелочь вообще, что капец. Комары уже задолбают. Так. Все. Ждем. Хоп, поклевка. О, это уже хороший такой карасик. Более-менее можно. Друзья, вот тут вот тоже что-то клюет. О, блин. Пусть еще там что поклюет чуть-чуть. Так. Этот такой хороший. Можно с собой забрать. Друзья, вот на что ловлю. На грейске. На грейске червака. Ну ничего, ловится. Нормально еще и ловится. А ну. Вон, друзья, этот пошел. Блин, опять профукал. Так, ну пусть клюет там. Так. Друзья, сегодня бешеный просто клюв. Там клюет и там клюет. Пошел. О, друзья, вот он. Вот это еще такой нормальный карасик. Друзья, тут клюет тоже. Только не подсекнул. Ну, в общем, друзья, сегодня нормально тут поклевочки ищу. Это еще нормальный такой карасик. А, это мелкие попадаются. Ну, ловим пока. Еще чуть-чуть посижу, наверное. Расклюет. Можно посидеть.
Ого, о, пошел, блин. Это что-то не подсекается. Удочка. Фух. Ну, сегодня прямо рыбалка, ё-моё. Вот, значит, вот. Вот тут вот. На эту что-то клюет, на эту. Пошел. Потихоньку. Эта удочка что-то там. Оп, что тут у нас с червяком? Нормально, еще можно кидать. Нормалек. Все, на эту удочку что-то клюет. А, пошел. А это мелкий. Мелочь. Друзья, поклевочка. Там тоже, друзья, уже затянул. Так, там, наверное, так в камыши затянул, что капец. Так. Хоп. Обратно кидаем. Вот этот вот дать. Ого. Друзья, это летающий карась. Бешеный клёв, летающий карась. В бутылку. У меня те туда. Вот так. Погнали. Да, друзья, на сегодня бешеный клюв. Летающие караси. Нормально, в общем. В общем, движуха, ё-моё. Вот это мне нравится, когда это тихонько. Еще и клюет офигенно, то вообще. Бомба. Отдых. И как этого карася поесть, как это отдых, вот этот вот. Вот эти камыши зеленые эти. О, друзья, поклевочка. Он поклевывает. Давай. Еще раз. Еще много раз. Клюй для нас. Еще много раз. Все, вот это хороший карась уже. Смотрите какой. Ух, это хорошая удочка в дугу. Вот это мне, друзья, нравится. Вот такой вот карасик. Вот он наш красавец. Красавец, мужчинка. Вот этого можно и с собой взять. Парнишку. Да ты шо? Вот это да. Вот это парнишка клюнул. Это прямо дядя карась.
Дядя Карась прямо. По сравнению с этими, блин, мелкими малюками. О, тут вообще дядька против них. О, вот. Провел по чуть-чуть и оставил. Ну ничего, сейчас будет. Сейчас клюнет, друзья, нормально. О, а эту что-то там шатает. Ну, в общем, нормально сижу. Давай. Блин, поспешил, друзья, поспешил. Ну еще, ну вот эту вот шпорту закину. О, там это уже клюет удочка. Только отвлекусь и уже эта удочка уже тут работает. Так, друзья, ну еще одного карася какого-то вытянули. Наверное, шабаш. Потому что оно нормально так посидел уже. В общем. О, друзья. Последний вот карасик, молодясик. Последненький. Блин, так и хочется еще закинуть. Ладно, еще раз, друзья, последний, все. Потому что, ну, домой пора и... Ну и вообще... Ну давай еще одного карася, и можно уже точно идти домой. Еще один карасик. Давай. О, блин, друзья, последний, короче, сошел. А вот на эту удочку что-то клюет. Блин, сошел, представляете, друзья? Последний карась клевать не хочет. Это ж капец какой-то. А, вот пошел, друзья, вот он, последний карась, ура! Наконец-то я тебя дождался. И... Можно идти домой. Вот такой вот карасяндрик. Блин, бешеный сегодня клюв. Это мне нравится. Так, ну все, друзья. Фух, блин, засиделся. Так, покажу вам свой улов. Вот, друзья. Короче, наловил я вот таких вот карасиков. Вот, и сейчас поотпускаю этих маленьких, а мелких, короче. Ну, больших с собой возьму. Таких вот мелких. Сейчас надо отобрать. Пусть они себе там растут. Маленькие еще. Вот. Этот. О, вот такие вот более крупные. Пусть будет. Я с собой заберу их.
сегодня с пустыми руками идти домой. А то коты меня засмеют. Так, ну все, друзья. Сейчас выпускаю. Вот. Сколько тут маленьких наловил я. Один поплыл. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестый. Седьмой. Восьмый. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый, друзья. Короче, 12 карасей маленьких, прикиньте. И больших сейчас посчитаем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 27 карасей с этими мелкими. Вот. Так что, друзья, кому понравилось видео, кому понравилась моя рыбалка. Короче, буду идти сейчас домой. Уже начинает смеркать. Там такой закат прекрасно красивый. Ну все, друзья. Кому понравилось видео, подписываемся на мой канал. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои классные видосики. Всем удачи, всем пока.